Лежат такие деловые, загорают на солнышке здесь. Хорошо, да? Лежат, загорают. Всем привет. Ксюня сегодня в школу у нас не пошла. У нее болела голова. Не болит голова? Болит. Болит? Не так сильно. Угу. Ночью болела голова, утром тоже. Поэтому сегодня она не пошла. Ой, сейчас упаду. Сегодня дома. Все в школе пока. 10 утра. Лежим, загораем на солнышке. Ксюша, сейчас у нас будет делать завтрак. Яичницу, да? Нет, давай будем омлет делать. Да? Добавляем молочко. Так, сначала. Ну что ты, а ты не могла еще поменьше вилку взять? А нет. А в машинке чистая достань. Какую вилочку взяла? Вот. Утонула. Ой. Я нечаянно. Нечаянно. Вот так вот надо делать просто. Теперь сейчас она нагреется, но в принципе можешь сейчас выливать. Вот. Теперь бери крышку. Обязательно закрывай крышкой. Все. Бонни! Бонни, Бонни, кушать! Быстрее, кушать, быстрее! Бонни, кушать, 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 кушать! Вы кушаете? Нет. Дай вкусняшку. Не знаю, скажи ей что-нибудь. Лежать. Опять. Голос. 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 Так вот все получилось. Немножко развалился. Ну ладно. И резать не надо. Привет, как дела? Привет, как дела? У тебя как дела? А собака? У тебя как дела? У тебя? У тебя. Как дела? У тебя как? Нет, у тебя. Йо! Угу, как дела? Хорошо. Вот. Всем привет! У меня веснушки вылезли. А, веснушки уже появляются. Весна приходит. Весна! Смотрите, да, у нее зимой и осенью они пропадают. Сейчас появится солнышко, и они уже начинают вылазить. А, будешь вся веснушка. Так, Ксюша поехала с папой за Каролиной. Пошли, мам. Сейчас приедем. Пришли. Что принесли? Капри-сан. 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 У тебя сегодня нет в обед занятий? Нет. Нет? Сегодня целый день буду убирать. Только ты ее не включай, потому что она еще не полная. Ладно? Так, я смотрю, у нас уже тут картона очень много. Нужно уже выкидывать. Ехать нужно, ехать. Смотрите, сколько картона. Так, Маргоша заправляет стиральную машинку. Ты что-то сегодня прям такая трудолюбивая. Все делаешь. Потому что я потом хочу на улицу. А, на улицу хочет она потом. Угу, понятно все с вами. Понятно. Так, ты сейчас в школу пойдешь. У тебя голова болит или что? Я тебя еще не дотронулась. Она мне говорит, главное, мама, пощекоти меня. Давай. Я ее сейчас не дотронулась, она уже смеется. Давай. Щекотно? Давай так. Щекотно? Ага, нет. Да я тебе не трогаю даже. Ты чё? Давай. Что? Макси. Давай. Ай, какая ямочка милая. У него только с одной стороны почему-то вот здесь. Ну-ка, Ксюша, иди сюда. Иди сюда, Ксюш. Улыбнись. У Ксюши тоже ямочки, нет? А, у тебя вот тут немножко ближе. У Макса прям вот здесь, смотри. Вот здесь у него прям. Маме, не пойду. Пойдешь? Мама, не. У тебя голова уже не болит. Ксюша не может зайти в Майнкрафт. Вот, что это за фигня? Не знаю. Вот, добавить вот это. Вот мой имейл. Ой, кто тут у нас? Кто тут? Куда, куда ползем? Привет, иди сюда. Кики, не уходи. Кики. Эй, мяк. Она грызет это бревно. Упала. Она уже все сгрызла почти, Ксюш. Там чуть-чуть осталось. Так, ребят, нам скучно. Мы не знаем, что делать, и мы решили. Я тут, я.
с Ксюшей сделать перестановку типа... у Макса с Каролиной. Бонни и там к Маргарите в комнату. Чем еще заниматься, когда делать нечего? Ну, мебель двигать. Девочка какая. Да? Нам же не сидится спокойно. Так, Бонни, ты помогать будешь? Так, сначала нужно посмотреть, что мы вообще здесь можем сделать. Сразу говорю, что шкаф мы двигать не можем. Вот этот вот с одеждой. Он здесь так и будет стоять. Он не сдвигается. Что ты рычишь? Нам нужно только вот эту сторону. Что мы с ней можем сделать? Куда-то кровать... Нужно переставить кровать, чтобы можно было ее выдвигать, чтобы место было. Может, вон в тот угол? Куда можно кровать поставить? Номер один. Номер один. Давай. Так, все, Ксюша сменила свои шапки зимние на панамки. Нет. Нет еще? У тебя панамка классно. Угу. Чтобы голова более-менее дышала. Бонни так смотрит, она думает, что у тебя что-то в руке есть. Смотри, смотри. Она хочет понюхать. Так, давай будем лишнее убирать. Вот этот столик убираем. Туда, куда-нибудь. Ой, кислая собачка. Брики-брики-брики-брики-брики-брики. Убираем. Маргарита. Во, вот так поставим, да? Где Маргарита? Так лучше будет. Маргарита на очередь пошла. Так. Так, вот мы сейчас пока его оставим здесь возле окошка, напротив окна. Сейчас мы будем убирать вот эту вот полочку, отодвинем ее. Посмотрим, как мы поставим кровать, чтобы было удобнее. Потому что открывается нижняя кровать, вот эта вот, где Макс у нас спит, чтобы она могла открыться. Я у нее деньги нашла, евро и забрала. Да? Да. Так, теперь нам нужно, теперь здесь нужно подмести, помыть и вот на это место поставить кровать. И как раз заодно закроется вот эта розетка, она там поломалась. Она... So why didn't you, call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Вот так вот кроватку мы переставили. Мне кажется, тут столько много лишних игрушек вообще прям завалено кровать. И у нас получается остается вот это вот место пустое. Вот сюда мы сейчас все-таки попробуем поставить рабочий стол. А вот эту полочку мы поставим вот сюда. Посмотрим. Все, продолжаем. Да. Что теперь делать будем? Надо вот это вот убрать, мусор. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. Нет, смотрите на нее, она прям такая любопытная, а. Мы попробуем поставить ученический стол, потому что его, в принципе, уже ставить некуда. Туда его не поставишь, там неудобно. Вот так вот. Только что самое главное, чтобы там место было у меня, чтобы к шкафу подходить. Так, все. Вот и что получается. Да. А там как мы будем? А, вон розетка есть, чтобы Каролине включить. Угу. Светильник, там розеточка есть, вот как раз рядышком. I forgot how you look like in red.
Так, все, кроватку мы прибрали. Теперь будем убирать здесь, на полочках. Это все нужно убрать. Светильнички, тут Маргарита маленькая. Сколько тут ей лет? Лет, наверное, 5. Я уже все помыла, протерла. Вот это вот не отмывается. Все, что смогла, оттерла. Так, все, что нам остается сделать. Все, в принципе, мы навели порядок здесь. Мне нужно помыть полы. И вон там все тоже разгребсти. Стол, вот эту вот игру нужно, наверное, сюда куда-то поставить. Пока тебя не было. Нормально? Все, убрали, переставили. А Бонни здесь лежит и наблюдает за нами. На подушечке. Машинки вот эти вот некуда все убирать, да? Вот эти вот туда затолкай куда-нибудь, вон туда. Что, вот это? Да. Крупный мусор. Смотри, расческа. Вот это зеленая. Все, этот мусор убираем. Что за пятна? Придется все красить. Мы будем переезжать, нам нужно будет везде побелить. Там, где грязно, там, где стены уже запачкались, нужно будет белить, например, вот эту вот стенку белить. То, может быть, просто протереть. Тут чем-то они... Это все отмывается. Можно, в принципе, где-то вот так вот тряпочкой пройтись. Сам по себе тут разговаривает. Так, все. Это вот выкидываем машинку. Поломанная. В общем, вот что у нас получилось. Здесь мы поставили игровой стол футбольный, кроватка. Так она будет выдвигаться потом. И вот игровая зона. И ученический стол. Вроде ничего так получилось. Так, я тут пока готовила плов. Вела трансляцию в ТикТок. Приготовила плов. И сейчас мы с Маргаритой пойдем снимать видео на ее канал. Но она укачивает собаку. А Воньке нравится, да? Маргарита. Она сидит спокойно, главное. Не боится. Сейчас убежит. Нельзя. Потихонечку, не так сильно. Все, пошли, Маргарита. 30 минут у нас есть. Паю, паю! Маргарита, подготавливайся давай. Батарейка садится на камере. Отсняли мы видео с Маргаритой. Ксюш, ты будешь снимать видео?
знаю. Ксюша играет в Майнкрафт. Она хотела тоже Майнкрафт снимать. Если будешь снимать, я тебе поменяю батарейку сейчас. Как хочешь. Маргарита пошла на улицу с девчонками. Буквально на полчасика я ее отпустила. Потому что время 8 часов. Вот. И сейчас она погуляет, придет с девчонками.